Ну что же, всем привет, с вами GK, мы вернулись к прохождению Need for Speed Carbon. Вот, третья серия всего лишь. И давайте прокачаем полученные нами. Так, почему тут нету ничего? Ладно, не прокачаем, значит. Хотя, слушайте, что-то тут есть. Может, тут есть прям полноценный... Не, полноценного кузова нету, видимо. Вот, какой интересный цвет подошел бы. Как это? Форсажа? Давайте такой, наверное, выберем. Так, больше пока ничего делать не буду. Пам-пам-пам. Вот кузов. Видите, мы можем спокойно все сразу сделать, чтобы... Я не знаю, мне первый, в принципе... Ну, а насколько он вообще отличается? Ну, просто вот эти вот надутости как будто бы не очень идут. А так... Ну, слегка... Давайте возьмем, ладно. И спойлер, конечно же. Я предлагаю Reaper взять. Да. Так, и диски, конечно же, нужно. Немецкие не будем ставить. Давайте би... На би что-то и должно быть. Би... Блин, немецкий, конечно, классный, но нет, вот BBS. Мне понравились вот эти. Я не знаю, мне мой из денег не хватит уже. А тут что... А, ну тут можно свои какие-то особые диски, но мы это делать не будем. Корзина 6550. Интересно, да, что мы потратили деньги на все, кроме, блин, полезных вещей в виде вот этого вот всего. Но почему-то оно недоступно, я не знаю. Наверное, то, что я еще гонки не проходил. Ну, ладно, погнали. У нас тут сегодня два района, которые надо захватить. Истребитель. О, дрифт. Погнали на дрифт сразу. Чё, дрифт на этой будет трассе, на каньоне? Или снова каньон будет такой номинальный? Да, интересно, кстати, что дрифт проходит без соперников. Такая особенность. О, наконец-то нам давали каньон, которым мы реально можем слететь. Я об этом и говорил. Блин, жесть, ладно, я что-то как-то не был готов к такому. Я забыл про то, что у меня нету... Фух. У меня нету этого. А, как он называется? Фак. Как-то быстро очень. Все, мы набрали уже больше очков, чем все. А, нету нитро, я про это. Главное не слететь. Господи, как же ее несет. Офигеть, это называется. Не успел еще перейти в другой район, а уже купил новую машину второго класса. Бам! Капец. Ладно, но все равно больше, чем в два раза этот рейтинг. Очки, короче. Блин, не вылететь. Тут уже почти финиш, а мы тут сейчас вылетим, будет весело, конечно. Ну и все, да? Короче, мы в любом случае победили, да. Бам! Офигенно. Бам! Все, изи. Легчайшее просто.
Первая гонка пройдена. У нас все 4 гонки надо будет пройти, чтобы гоняться за район, я так понимаю. За целиком район. Потому что, видите, у нас уже 60% в смысле от района занято нами. Так, это мы захвати. В смысле. Тут кольцо есть, спринт, дрифтинг опять. 10 дают здесь, а здесь 7,5 везде, да? Блин, как будто бы 3 гонки здесь пройти было бы выгоднее. Так. 300 тысяч очков рекорд. А, тут 2 круга. А давайте. Да, я сорян, что ну, это, как сказать, перемещаюсь сразу, но 300 тысяч рекорд. Интересно, что это за трасса, где она находится на карте? Вообще мало. Вот тут надо, кстати, больше, видимо, набирать. То есть, если в прошлом было достаточно, там, 30, грубо говоря, 2000, то тут надо набрать прям капец как много, видите? Там у них три... фак! У них там под 30к. А еще мне все-таки нужно получить свой закись азота. Нифига себе, неплохой занос. Бля. А вы знаете, в чем проблема? Сейчас вот это, оп, и все, мы последнее место занимаем. На 2 круга у нас есть еще шанс. Блин, нет шанса. Хотя... Не врезаться, держать скорость. Оп. Блин. Маловато. Ну, короче, на этой скорости, если я смогу сейчас... А, шайза. Не, говнище. Мне не удастся сейчас набрать. Не удастся. Видите? Только если, я не знаю, десятку не наберу и этот множитель десятка. Ладно, есть шанс, конечно, еще. Есть. Большой на шанс был. Блин. Нифига. Третье место. Давайте еще раз заново попробуем. Что-то первый проигрыш, конечно, это да, мощно было. Отличный старт. Если бы я каждый раз набирал столько же, сколько вот в конце сейчас набрал, точнее, был бы шанс еще, да? Все равно последнее место, блин. 12к, да, сложно прикинуть. У нас цель 150 набрать, как было в первом самом моем дрифте. Вообще нифига. Зараза. Интересно, кстати, в чем суть? Чего мне конкретно здесь не хватает, чтобы набирать большие очки? Потому что пока что-то как-то вообще не смотрится красиво. Видите, что это такое? У них 60 тысяч, у меня 20. Ладно, попробуем, давайте. Сейчас правда дрифтить, как никогда не дрифтили в жизни. Или не врезаясь, а не наоборот. Бам! 15к есть, но вообще недостаточно. Еще 17 тысяч, вообще недостаточно. Ой, блин. Мы
так хорошенько разогнались на втором круге, да? Да? Офигеть. У нас есть шанс, слушайте. Прям хорошо идем. Да ладно. Офигеть, 205 тысяч. Вот вы понимаете, мы это как-то андердог в английском. Типа шли так потихонечку внизу, а тут бабах. Офигеть. Я понял, в чем проблема. Смотрите, у нас машина второго класса, а мы сейчас находимся в районе первого класса. В смысле, вот это весь первый класс, поэтому здесь не получится нам набрать достаточное количество. Ну, в смысле, нужное, требуемое... Ой, господи, как это назвать-то? Вот, видите, закись азота, класс 1, профессионал. Ну, давайте еще одну, телепортируемся. Я хочу сегодня... А, нифига, это еще и спринт в каньоне. Короче, суть в том, что у нас машина второго класса, на ней не открывается пока ничего, пока у нас новый район не откроется. Кстати, мы подходим прям. Интересно, я без нита смогу на втором классе уделать их, а? Посмотрим. Делает ли Mitsubishi Mazda. А еще хочу пробовать их скинуть, если есть возможность. Если будет. Да ладно, блин, я их обошел на изи. А все потому, что второй класс купил, а? Кстати, как-то быстро мне ко второму классу дали доступ. Ну ладно. Будем считать, что это случайность. Но дрифт, конечно, красивый в конце получился. То есть мы 100, сколько там, 150 тысяч очков получили или сколько? Я просто что-то не успел запомнить. Вот. Кстати, по поводу планов, там через недельку примерно, даже меньше, закончится GTA San Andreas. Вот, если я правильно все рассчитал. Я буквально в один день от GTA-шки сделал перерыв, то есть... Последняя серия, например, выйдет в понедельник. Да, в среду серии не будет, а в пятницу выйдет серия по следующей GTA-шке, которая, соответственно, Liberty Stories. Вот, проходить будет на планшете, не серчайте за это, потому что, ну, снимать PSP еще хуже, вот. А я как-то не уверен, что она, допустим, на той же приставке есть или еще где-либо. Вот, что-то мне это сомневаюсь. В плане приставки, в плане PS4 или 5. А вот, соответственно, ну, возможно, по обратной совместимости что-то такое, но я не проверял. Не знаю, во всяком случае, об этом. Все, супер, финиш. Вот, соответственно, Need for Speed будет выходить далее также. Но я думаю, что еще будет одна игра какая-нибудь. Пока еще не придумал, какая. Соответственно, три игры параллельно будут идти. Я думаю, что по две серии в неделю каждый будет выходить. То есть чуть подольше, да, все будет выходить, но что поделать. GTA-шка может быть три раза. В воскресенье я вообще хотел оставить для этих. Так, давайте сюда, наверное. Или истребитель попробовать. А давайте истребитель. Давайте съездим туда все-таки. Да, три серии в неделю может GTA-шки. Остальных игры две по две. Я не уверен пока. Но, ну, потому что не так будет проще, наверное. И с другой стороны, сейчас придумаю, что хотел сказать. Вот, да, воскресенье думал оставить под какой-нибудь тот же мобильный гейминг или что-то типа того. Кстати, мы так с копами не погоняли, мне не нравится это. Я расстроен. Да, погнали. Истребитель называется. Тут нам надо, я так понимаю, как можно быстрее, да, разгоняться. И я новую... Похоже на Ники, кстати. И я взял нового помощника нашего, который... О чем он, простите? Это же гольф? Или что? Это гольф, да ведь? О, классная тачка. Так, давайте разгонимся. Быстрее всех сейчас будем смотреть. Блин, нет. Через быстрее всех. Ну ладно. Так, что-то мы говорили, координатор работает всю гонку с нами, да? Главное, чтобы он сейчас сам не вмазался ни во что, как я. Блин, а как там пройти по этот поворот-то?
Self. Опять 135, да? Но мы быстрее всех все равно, смотрите-ка. Самый ближайший на один километр в час всего лишь медленнее. А чего он так быстро едет-то? Я думал, я первым должен прийти, нет? Ну ладно, у меня просто нету этого нитро, ничего не знаю. У него, видите, постоянное нитро. Не, на самом деле я его взял, понятно. Только для одного. Он дает какой-то там автоскалпт, или как это называется. Бонус какой-то. Нифига, у меня скорость на 80. Так, стоп. Разница 17, мне это не нравится. Я его взял, короче, за какого-то бонуса дополнительного, там, не помню уже даже какого. Зараза. 80 есть, 180 есть. Только я все равно боюсь, что кто-то быстрее будет. Так, берем большой засранец. 180. Есть. Не хочу сюда, не хочу, я передумал. Блин, все равно кто-то быстрее. А вот тут можно, а вот тут можно. Не лучшая, наверное, идея была, учитывая, что мы там потом прыгать будем. Но я надеюсь, что... Нифига, а чё так они быстро едут? Ай, засранец. Ну все, ГГ. Да, это ГГ. Еще вмазались еще раз. Какой штраф за отставание? Ну, да, помощник пришел первым. Спасибо тебе большое. Если бы не он, то... Заки сезонный шины, класс 1. Да, понятно. Спортивный комплект. Все, мы завоевали последний район. Сейчас будет гонка с боссом. Гонка с боссом. Мы победили Бусидо. Есть. Давай, давай, давай. У тебя козырная тачка. Думаешь, ты крут? Да, я думаю, что я крут. Правда, у меня все... Так, вот сюда, кажется, да. Ну, погнали, туда едем. Но, к сожалению, у меня нет азота. Меня вот это смущает. Я бы не хотел гоняться без азота. Ну, ладно. Так, это не та гонка. Смотри-ка, быстро выгоняет меня. Да. Ну, с копами еще успеем погоняться, ладно. Я говорю, я поэтому расстраиваюсь немножко, что тут нету такого, как в Most Wanted, набирать там рейтинг и прочее. О, класс. Mazda против Mitsubishi. Огонь. RX-8 против Крипса. Ой, ой, пендрёжный. Ну, у него BBS, кстати. Да. Помнишь меня? Нет. Не думаю. Если бы помнил, не совался бы сюда. Ой, ой, выпендрёжник. Сраный выпендрёжник. Отличный старт. Ну чё, покажем ему, как гоняют так, на Mitsubishi, а? Не, Eclipse — это моя любимая машина просто, наверное. Ну, одна из, ладно. У меня слишком много любимых машин. А, ну, вот, Eclipse, конечно, просто любовь. Я не знаю, с чем это связано. Ха! Ох! Вот, но я ее обожаю. Так, у нас круговая гонка сейчас с ним. А потом он сказал, в каньон поедем, да? Блин, в каньон, конечно, без нитро соваться было бы. Ну ладно, мы его так сделали, и там сделали, ничего страшного. А, механика просто гонок в каньоне, насколько я помню, отличается от обычных. Кстати, он поедет за нами, поедет? Офигенно. Да, поехал, засранец. Ах ты. Так, вообще можно... Здесь свернуть, я считаю, да, он тоже что-то поехать. Не по круга. Не это. Не более по круглой трассе. Засранец догоняет. Правда, не понимаю, каким образом. Учитывая, что я еду, в принципе, достаточно быстро. Ну ладно. Что-то я не рассчитывал, что так долго затянется гонка. Вот. Я пока не знаю. Наверное, я серию завершу на этом моменте. В плане того... Так, тихо. В плане того, что догоняю с главарем, и все. Этого хватит. Вот. Ну да, у нас до сих пор не было ни одной гонки с полицией. Правда, ну как не было. На камеру не было. Потому что после прошлой серии я случайно ввязался в полицейскую погоню. Честно, случайно. И...
Смотрите-ка, один труп занял почти 2 минуты. Мы на первом месте, меня это радует. Осталось теперь проехать достаточно быстро. Достаточно быстро я подразумеваю 1,5 минуты, наверное. Даже на 5-ю скорость не переключаемся. Но переключились. Видите, сразу 180 дал. Я понимаю скорости. Да, я почти отрываю, оторвались от него. Ну смотрите, 180 скорость, ну. 190, обалдеть. Да, и сразу минус 30-ка. Так, ладно, я собирался. Ага, можно объехать было, но я собирался опять здесь срезать. Опа! Идеально, даже не задели это. Бордюр, как они называются, ну, борты, короче, бортами не задели ничего. Так, меня все-таки смущает, правда. Я думаю, что будет побыстрее эта гонка. И опять он загоняет, зараза. Так, ладно, даю 40 секунд себе до конца гонки. Я справлюсь. Так, правда, тут как-то надо... Ладно, господи, мы все равно на первом месте. Да, прежде чем ехать в каньон, погоняйся со мной в городе. Ага. Погонялся, что-то ты себе ничего не представляешь особенно. Ну да, мы очень медленно едем, всего лишь 120 км в час, это вообще ни о чем. Вот уже ускоряться начали, но все равно. Засраться. Ни о чем. Тихо. Так, 7700, что я получил, доступ, турбонаддув, чего-то там. Во! Давайте, расскажите мне. Для гонки по каньону необходима хорошая тачка и полная концентрация. Mm-hmm. Гонка с главарем решает все. На первом заезде главарю дается небольшая фора. Так. Дави на него как можно агрессивнее. Чем ближе к нему ты будешь держаться, тем лучше. После окончания заезда вы едете по той же дороге, только теперь ты едешь впереди и пытаешься оторваться от него. Короче, да. Если тебя обогнали или ты свалился с обрыва, ты проиграл. Запомни, лучший способ выиграть гонку по каньону – это не сдаваться до конца. Лучший способ выиграть гонку по каньону – сбросить соперника с трассы, я считаю. Нет, я не прав? Так. Ну, а едет засранец. Ну, я сейчас удел. Кстати, интересно, что он не умрет, если выпадет с каньона. Ну, даю вам шанс убраться отсюда прямо сейчас. Вам? Да можно на ты, ты же меня знаешь, и что ты мне говорил. Да, два этапа. Ну, это офигенно, я считаю. Так. Скинуть с обрыва. Ай, жесть. Надо набрать хотя бы 150 тысяч, мне кажется. Или сколько? Ну, 100, наверное. Я говорю, нитро нету. Так бы я его даже обогнал, наверное. Хотя смотри-ка, мы близко держимся. Прям очень-очень плотно держались. Офигенно, сейчас ускорились. Так. Хочу пробовать, может, обойти как-нибудь или реально скинуть. Ну, скинуть вряд ли получится, ладно. Вот, но обойти... Как будто бы реально. 65 тысяч... О, господи, 65% уже больше 100 тысяч. Что-то у меня две фразы в одну. Ай, смешались. Радуется, что я врезаюсь, да, засранец? Посмотрим. Блин, отстаю сильно. Прям очень сильно. Да я говорю, нитрухи не хватает. Ладно, я же мастер гонок. Должен без нитро его сделать. Вот и финальная трасса. Ну слушай, на... Как это называется? На прямой-то я должен к нему приблизиться, нет? Офигеть, 50. На нафиг в конце. 138, ладно. Засранец.
открываемся. Хоть бы он скинулся сам. Скинься, скинься, скинься. Не удалось, да? Да я не хочу. Фак. Нет, не смей. Засранец радуется еще, главное. Не заворачивай, как говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Давай. Конечно, желал, чтобы он упал. Это другое, вы не поймете. Так, тихо. Там 100 тысяч. Короче, мне надо с положительным счетом прийти, да? Ай-яй-яй. Слишком быстро теряю очки. А что ж такое-то? Нет, на самом деле как-то их скинуть можно, я правда не помню как, но это, наверное, самая приятная победа была бы, если бы я скинул его. Блин, 50 тысяч очков осталось, было 130, вот фак, нет, не смей. 40 тысяч осталось, вот же зараза. Меньше 30 тысяч, меньше, уже 20 осталось. Все, это финальная, да, прямая? Все, мы выиграли. Я уверен в этом. Ну да, у нас осталось, конечно, почти 5000 очков. Там сколько? 6400. Ой, еще врезались. 6400, наверное, да? Ну, даже 6100. Вот, видите, Mazda RX-7. Или Canyon получили карточку. Супер. Все, первый наш район есть. Ни за что, придурок. Значит, может, не за что имелось в виду или что-то такое. Бизнес-центр захвачен. Звучит как будто какой-то рейд. Ну ладно, все, мы победили. Есть первый район наш. Призовые, господи. Уникальная отделка, уникальный стайлинг. Автомобиль соперника. Короче, как это реально. Most wanted. Давай. Машинка, пожалуйста, приди. Зараза, да нафига мне это нужно? Ну, давайте третью, ладно. 2 и 3. Давай, машинка. Засранцы. Эх, не получилось мне машину получить. Эй, я ищу напарника. Мы раньше гоняли с Кенджи. Ищи меня в Плаза. Мне нужен быстрый и умный гонщик. Если хочешь работать со мной, ищи. А чё, я не могу это, да? Офигеть, я еще не могу вернуться в гараж. Ну, ладно, сейчас доедем, что могу сказать. Хочу гоняться так-то. Мне хватит на сегодня. Короче, да, захватили мой район. Я так назову Бусиду Кенджу. Так. Что происходит? Я кое-что знаю. Послушай меня. Я была там той ночью. Я стояла у пожарного выхода, оттуда все хорошо видно. И слышно тоже. Четвертое. Разрешаю 1046, объекты Браво, Чарли и Дельта. Объект Альфа на Синетайоте не трогать. Повторяю, объект Альфа не трогать ни в коем. Потом легавые начали таранить все машины. Называется таранить? Кроме твоей. Тогда я не поняла, почему. Кто-то тебя подставил. Тебе нужна хорошая команда. Спасибо, Юми. У меня уже двое этих долбоящеров есть. Ну ладно, в любом случае, да. Кстати, да, мне кажется, мы с ней гоняли даже какой-то из гонок по каньону в прошлой серии. Механик. Наблюдатель, окей. А, в любом случае, все... О, у нее, кстати, клип с GT тоже. Офигеть. Блин, ну вот, видите, просто доступ к кузовам, капотам, воздухозаборникам, автоскальпт. Да, Volkswagen Golf. О, у него Renault Clio стало. Нифига, у него другая тоже машина как будто была, да? У этого точно другая машина стала. А знаете почему? Что второй этот... Блин, я ее найму? Да. И ее же активирую. Просто из-за запаса закиси азота. Все, в любом случае, всем спасибо за просмотр. Вот еще что. Если ты захватил район,
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся уже в следующей серии. Как видите, 15% карьеры пройдено. Долгая серия получилась, прошу прощения. Но всем удачи и пока.